Городской репортаж. Поводом для нашего репортажа послужили ваши многочисленные звонки в нашу редакцию. Большинство мужского населения Московской области хорошо знает вот это здание. Вот уже несколько десятилетий в железнодорожном существует областной сборный пункт. Однако не так давно военный комиссариат железнодорожного был упразднен и перенесен в соседнюю Балашиху, что вызвало неудобства среди военных пенсионеров и ветеранов. Давайте попытаемся разобраться, чем обусловлен сей переезд. Здрасте. Как бы нам вот пообщаться с кем-нибудь из офицеров? Это вам надо согласовывать. То есть мы ну, так просто не можем, да? Нет. Что ж, попасть на областной сборный пункт без предварительного согласия оказалось невозможным. Однако нам хочется надеяться, что в Балашихинском военкомате на наши вопросы все-таки ответят. Вот это последний пункт, где автобус и маршрутное такси совершают остановку. Остальное расстояние до военкомата придется пройти пешком. Всего-то чуть меньше километра. Расстояние уж не такое большое, особенно когда на улице солнечная и приятная погода. Но когда на улице холод, мороз или дождь, а ты не так молод, каждые 100 метров даются с трудом. Заместитель занят, начальник поставил. А других нет никаких, ну, лиц официальных, кто мог бы просто ответить? Я думаю, ничего. Содержательного они вам не расскажут. Может быть, когда-то другие дни. Телефончик мне свой оставьте, я Гончарова передам. Факт остается фактом. Военный комиссариат железнодорожного переехал в Балашиху. Чем вызван этот переезд и почему никто не замечает очевидных неудобств среди защитников Отечества целого города, этого нам выяснить так и не удалось. Илья Леонов, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Балашиха. Городской репортаж.